еще купили такую толстовку, сейчас пойдем это все обмывать. Пойдем обмывать, такой City Food называется. Да? Да. Все, пошли. А я не могу открыть. Сейчас вот. Что ты заказывать будешь, Марин? Не знаю, глянь на что. Что она такая? Не знаю. Такой City Food. Сейчас будем что-то заказывать. Да? Маринка, выбирай, что ты. Вон такой есть. Роллы. Ну, я ролл буду. А я хочу картошку фри. А что, цезарь ролл или барбекю ролл, вот это такое? Да. Нет, у нас снимать нельзя. А я сам себя снимаю. Да я семью снимаю, я вас не снимаю, не переживайте. Не, я понимаю, конечно, я же снимаю. Катюхе жарко вообще. Маринка, что ты заказала, Зай? Зай, что ты заказала? Барбекю бургер. А я... Ролл. Барбекю ролл, а у меня какой цезарь ролл. Да, и поэтому сейчас будем проводить мастер-тест. Или как? Вот такой City Food. Пани биф и панини. Держи. Такая крутая, Марина. Опа, хочет встать. Я очень голодна. Очень голодна. Куда ты смотришь? Я бы сейчас мамонта съел. А я слона. Бери чек. Бери. На сколько мы скупились? А ну, Маринка, покажи. На 16 рублей 60 копеек. Да. А как называется, если вот что-то тестируешь, как это вообще, Марин? Ну, тестировать. Мастер-класс. А. Сейчас будем тестировать ролл. Дегустация роллов, да. Роллов, каких роллов? Вот таких вот. Сколько они стоят роллы? 4,60. Перчик халапеньо. Хрустящий лук тебе добавили. Барбекю ролл у меня 4,95 без всего. Картофель фри детский мы заказали почему-то. Что у нас детский? И клубничный коктейль я себе, кока-кола Андрей себе. И 16,60. Это если... Пятый заказ был. И теперь нам принесли, где здесь цезарь ролл. Где тут неизвестно. А вот курица, это что тут курица, Марина? Курица это цезарь был. Цезарь, а говядина. А у меня говядина. Все, на, это тебе получается барбекю ролл. А мне... И детская картошка. А мне цезарь ролл, да. Цезарь ролл такой, приятного аппетита. Картошка, кока-кола. И тут коктейль, да? Все, сейчас будем это все тестировать. Первый будет коктейль, давай, пробуй, Марина. И говори мне свои ощущения погромче. Ну? Очень вкусно. Вкусно, да? Так, дальше, картошка. Классно, как Макдональдс. Да. Рекомендуешь этот City Food? Да, мы тоже рекомендуем. Здесь мало людей. Мало людей. Потому что не хотят ждать как бы заказ свой. Потому что в Короне ты идешь и быстренько сам собой. Не, ну сколько мы тут 5 минут прождали, быстро это все организовали и все. Может чуть-чуть дороже, но мне нравится. Так, а сейчас главное. Кока-колу попью, правда? Попробуем. И все так это, прям в коробочке. Ну, кока-кола, на и в Африке кока-кола. Ну, Катя, ты будешь? Пробуй свой это. Подожди, надо же открыть. Как открывается прикольно. Вот написано. Подожди, с разорвенного. Держи крепко. Во, вот так берешь. Да. И по-бродяговски ешь. Mm. Но ощущение. Mm. Вкусно? Mm-hmm. Я брал себе с острым соусом. Соусом. Класс, да? Очень вкусно. Очень вкусно, да? Ну, тебе понравилось. Сколько такой стоит? 2 рубля? Нет. Почти 5. Цезарь ролл 5 рублей, да. Перчик халапеньо. Что такое за халапеньо перчик? 0,40-0,60. Хрустящий лук. Ну, это ж ты какой-то соус. 0,60. А, барбекю ролл. Это мой 4,90. Короче, 5 рублей стоят роллы эти все. По 5 рублей. Кока-кола.
Короче, итого 16 рублей 60 копеек, да, это все. Пробуйте. Сейчас я свой, я голодный уже, сейчас свой открою. Заснимешь, как я ем, тоже пробую, тестирую. Ну давай. Тогда. Компактно это все запаковано. О, такой большой, да. Я буду пробовать. Ммм, а вкусно. После вкуса такой вкусно после майла. Хочешь мой попробовать? Ну, попробуем. Я хотела скурить. Обалденно вкусный, Маринка. Вообще, мы такого дома не сделаем. Ничего там острого, по-моему, нет. Я один раз куснул, уже пол ролла нет. Очень вкусно, даже вкуснее, чем мой. Угу. Махнемся, не глядя. Угу. Хотя ты будешь жёл? Будет. Попробуй говядину. Сейчас попробую. Давай. Что вкуснее? Твой тоже классный. Он такой, конечно, знаешь, как кантри идет, вот такой вот. Сельский именно, говядина, да, такой деревенский, как вот на этом, на костре. Класс. У него тоже неплохой. Ну все, мы будем кушать, да. Сделали тест. City Food рекомендуем Бобруйский, поэтому очень все вкусно. Приходите сюда почаще, поэтому очень все вкусно, молодцы. Все, мы будем кушать, все. До свидания, подписывайтесь на канал Бродяга Режиссер. Всего доброго. Короче, понаедались, понапивались. И теперь можно ехать домой спать. Да, Маринка? О. Все, сейчас он вещи послаживали. Вон сумочки только купили, рюкзачки купили. И все подобное. Теперь можно... А, теперь надо ушки купить, да? Даша, да. На подарок на день рождения Настя пойдет подарить. Поэтому все...